голов, красавец! Кары есть возможность пробить 1-1. Браво! Посмотри, он и сам во фланг дал, и сам открылся, и... Меркели не следил немножко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Гильерме! Ой, хорошо так. И гол! Федор Смолов! Мне приятно, когда Смолов забивает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Марега! Марега, да. Его, слушай, гвоздик. Гвоздик такой, да? Ой, смотри, какой. И... Кастильян! И гол! Это стильникер Кастильян. Бразильца Дольберг Каланча бьет и гол! Очень красиво! Что удивительно, я отнял и с левой, ну! Тоже хорошо! Фернандеш! Какой сейв! И... перекладина! Это, по-моему, Фарфан, я вижу. И добивание того же Рыбуся! Нет! Миранчук! Какой сейв! Просто в упор! Удар! Это вообще... Это что за читер там в Аяксе стоит? Голландская команда упадка... Ой, хорошо! Ману надо забивать! Аплодируем Ману Фернандешу и пошел. При том, что Ананда тащил. Жопа. Гиля! Тащит Гиля. По традиции об этом позже. Как? Все, кати в правый, кати в ближний, куда угодно. Опа, это надо решать. Это надо решать. И гол! 1-1. Ману Фернандеш. Ману! Возвращает Локомотив в игру. Кривника. И Гильерме. Вот ключик. Опа, и... А ты прям... Ты как весь вылетел, а? 5 минут паузы просто сейчас. Де Йонг. Удар!